знаешь. Вот видите, прямо возле дома есть места, как бы частные места. Номер 11. Обратите на него внимание. И сейчас, да, Саша расскажет. Как-то мы недавно идем куда-то в магазин или не помню куда. И смотрим, в подъезде висит объявление, что сдается в аренду место номер 11. Такие, о, классно. Там был номер телефона, типа, звоните. Быстро позвонили. Там чувак говорит, ну, я сейчас Виталий. Я не могу вам ничего обещать. Ну, давайте вы мне на e-mail пришлете все ваши документы. И я вас рассмотрю. Если что, по стоимости этого места 35 евро в месяц. Вы еще должны оставить залог 70 евро за... Называется это кауцион. Ну, типа, вдруг вы не будете платить, там, чтобы я с этих денег брал. Если все будет нормально, то мы с ним подпишем контракт. Мы ему прислали все документы, и все. Он пропал, молчит, ничего не отвечает. И я подумал, давай подключим нашего хозяина, у которого мы квартиру снимаем. Может, он его знает, может, они поговорят и договорятся о чем-то. И вот хозяин ему позвонил, поговорил. Тот сказал, ну, я уже сдал это место другим, но у меня еще есть другие места. Может, как-нибудь в другое время сдам. А нам ничего не сказал, ни слова. Да, нам так и ничего не ответил. Вот теперь на этом месте стоит машина. В принципе, тут как будто ощущение, как будто каждый день разные машины стоят. Так что обидно, но мы пролетели. Обиднее всего, что они не сказал вообще ничего. Да, мы ему все документы, личные данные отослали. Что мы все это знаем только от хозяина квартиры. Класс. Он вам, нам лично вообще ничего не сказал. Так что мы его между собой ласково называем Козлина. Ничего удивительного, я снова в школе. И сегодня даже очень рада. На 15 минут раньше. Попью-ка я водичку. Какие стаканчики интересные. А, я не смогу пить одной рукой. Блин. Нет, не смогу. В этой аудитории мы тоже занимались, но она для нас слишком маленькая. И раньше тут столы буквой П стояли. Сегодня понедельник, но я сегодня не в школе. Как я уже говорил, в нашей школе решили сделать каникулы. Нам дали одну неделю отдохнуть. Ну, лето все-таки. Вот, а Ириша сейчас в школе. У нее будут каникулы на следующей неделе, когда у меня закончится. Ну, я решил времени зря не терять, все равно никуда не поехал. И я решил посмотреть, что я пропустил. Потому как я попал в свою группу учиться на 2 недели позже, то есть они уже 2 недели отучились без меня. И вот наконец-то выдалась свободная минутка, и я решил посмотреть, что они учили, пока меня не было. Ну, время без 5:05. Пора ехать за Иришей. Machst den Schaffen für die Bestellung, das stelle ich mir auch schwer vor. Ja. За бортом, кстати, дождь идет. Температура около 23 градусов, наверное. И я как-то немножко позже, чем надо, выехал. Надеюсь, что я успею вовремя. И она не будет меня ждать под дождем. Все, переключаю на дорогу.
И что, как погодка? Ох, мне повезло, что Саша меня встречает. И сегодня он ближе, чем обычно. Я бежала. Маленько. Ну, короче, я не сильно намокла. Фух. Ну, поехали домой. Сегодня нам обещали дождь где-то уже с 12 часов дня. Ну, несмотря на это, пару облачков просто было. И никакого дождя, дождем и не пахнет. Не пахло. И дождь пошел, я не знаю, как у вас, там, на Лангвасе. Но у нас дождь пошел. А я пока ехал, я до отсюда доехал, его почти не было. Серьезно? А у нас где-то полчаса уже идет. То есть, получается, все это время, сколько ты к нам ехал, он здесь у нас уже шел. Нет, я сюда приехал, он слабенький шел. Угу. Ну, мы его давно увидели. Полчаса назад, и все стали так переживать, потому что никто почему-то не ожидал дождь, я не знаю, как можно было не ожидать. Ну, все без зонтов, и у нас некоторые на великах приезжают, потому что они живут в 10 и в 15 минутах на велике отсюда. Там вот велики хранятся, и вот они отсюда куда-то там поехали к себе домой под дождем, бедненькие. Так дождевик для этого придуман. Наверное, никогда не показывала еще этот. Ой, она не фокусируется. Вот. Наш Hauptbahnhof, что по-русски значит железнодорожный автовокзал. Здесь под ним есть также и метро. Справа от нас вот там уже проехали стену, которой мы вчера гуляли. Ой, вчера нам так повезло с погодой, ни дождика, ничего не было. Хорошо прогулялись. Надеюсь, вам понравилось наше видео про нашу прогулку. Извините, что так долго, но это максимально урезано было. И так там много чего не вошло в монтаже, было просто выброшено. Город красивый, поэтому хотелось как можно больше показать его. Что у нас тут? Здесь стройка. Вот там вот видно, какие здания тут будут. Выше под ним, да? А? Под ним, выше, чтобы было видно здание. Вот так вот лучше. Вот они их строят. Я показывала на картинку. По картинке видно, ну такое скучное что-то будет. Да, офисные здания, но скучно. Вокруг другими домами. Действительно, это будет высокие, что-то более высокое. Здесь вообще в Нюрнберге мало высоких зданий. Самые высокие, наверное, наши жилые дома, в которых мы живем там. Рядом с нами есть 15-этажный, наверное, самый высокий. Это 15-этажный дом в конце Лангвасе. И вот так вот. Здесь в основном в центре там отели какие-то. И очень много сайт-фирм, которые дают работу, посреднические фирмы, они расположены именно здесь, в этих местах. Где? Ну, куда бус выезжает. Да ну, он не выезжает? Короче, у нас снова тут квест. Снова мы не нашли место для парковки. Подождем чуть-чуть, если никто не свалит, то останемся здесь. Мы припарковались возле стеклянной мусорки. Вот тут стекло. Коричневое, белое, там за этим коричневым еще зеленое. По идее, мы стоим рядом с бордюром. Ой, там кто-то выехал. Нет, это тот, кто сзади. Ясно. По идее, мы стоим рядом с бордюром. То есть можно, просто мы не предпочитаем. Мы ничего не нарушаем. Не предпочитаем мы стоять рядом с мусорками, потому что... Потому что люди приходят... Выбрасывать стекло. Да, могут что-то зацепить, машину. Уронить бутылку на машину. Сегодня понедельник, навряд ли будет кто-то настолько бух, чтобы выбрасывать бутылку и не попасть. Ну, я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то кидал бутылку мимо мусорки. Ну, по-любому. Прошивка не позволяет. Не хочется в таком месте держать машину. Мы пытаемся использовать свой же лайфхак по нахождению места, то есть постоять 5 минут. Я вижу людей. Кто-то вышел из своей машины и сейчас. Или кто-то сейчас сядет и уедет. Кто это был? Тот с бусика вышел. Ладно. Ждем дальше.
Мы подождали, и вот такое вот местечко нам попалось. Короче, лайфхак работает. Так что, если что, окажетесь в Германии или где-то, где нет свободных мест или ждите. Может быть, будете ждать несколько дней, но ждите. Саша занимается монтажом видео. Короче, каждый занят делом у нас по вечерам. Что, когда выйдет видео, которое ты монтируешь? Не знаю. Это видео мы снимали еще в феврале или в марте. Я его все никак не мог смонтировать. Пока не будем говорить, о чем видео. Ну, это тоже часть нашей жизни. О величайшем нашем обломе. Я не могла не снять такое. Вот, пока Саша монтирует, ему помогает наш котик. Мы решили пожарить рыбку и поужинать. Поэтому всем, кто кушает, приятного аппетита. Делаю домашку. Томми мне помогает. Как обычно. Вот устал уже. Помогать. Томми, так что тут написать в этом предложении? Томми. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну ладно, спасибо. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never lived.